Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei MatePad SE. И сейчас я покажу вам, как вставить карту памяти в данное устройство. Итак, для этого нам понадобится такой вот ключик или скрепочка или что-нибудь еще и карта памяти. Берем планшет, и здесь у нас будет место для карты памяти. Берем ключик. Не знаю, как показать, здесь особо не видно. Берем ключик, вставляем здесь в отверстие, прижимаем и вытаскиваем. Далее вставляем сюда карту памяти. И теперь вставляем все это дело в планшет. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.